Здравствуйте! Продолжаем нашу передачу «Слово эксперту». Меня зовут Гарабана Николаевна, я заместитель директора Федерации судебных экспертов. Сегодня у нас в гостях эксперт-экономист автономной некоммерческой организации «Центр бухгалтерских экспертиз», которая является членом нашего партнерства Затевалова Ольга Вячеславовна. Сегодня мы хотели бы затронуть такую тему, как экспертиза обоснованности тарифов, когда к нам обращаются заказчики, сами поставщики и потребители. С поставщиками все более-менее понятно. Они нам могут предоставить любую документацию, необходимую нам для производства экспертизы. То есть осмотр их базы, да, для производства, для поставки тепла, электроэнергии. А вот что, как быть с потребителями? Очень часто к нам обращаются потребители, которые не согласны с начислениями, с тарифом, который им предоставляются. Они не могут нам предоставить тех документов и те возможности для проведения данной экспертизы. Можем ли мы что-то им посоветовать в данном случае? Да, мы можем посоветовать и провести предварительное исследование по той информации, которая находится в открытом доступе. Управляющей компании. Вы говорите о спорах между жильцами. Да, да. Да. Самые управляющими компаниями. Угу. Да. Управляющие компании обязаны вывешивать в открытом доступе информацию, касающуюся установленных, оказываемых ими услуг, установленных цен и тарифов. Чаще всего оспариваются жильцы недовольны тарифами, ставками на содержание общего имущества жилого дома, считают завышенными. То есть, например, они платят за уборку территории, а дворников видят два раза в год. Они платят за ремонт и видят обшарпанные стены. Лифты не меняются, когда заложены. Да, да, да. Совершенно верно. Управляющие компании в открытом доступе вывешивают информацию о стоимости услуг по содержанию общего имущества жилого дома. Мы можем сопоставить эту информацию с обычными рыночными условиями в том регионе, где находится дом за тот период времени, когда действовал тариф. И предварительно сказать о том, что подозрения жильца обоснованы или не обоснованы. Угу. После этого жильцы могут подать иски, и по результатам, в том числе нашего расчета, возможно ходатайство это назначение экспертизы судом. И тогда управляющая компания будет обязана предоставить эксперту все документы, подтверждающие расходы на дворников, на уборку, на лифты, на ремонты, полностью расходы на содержание общего имущества жилого дома за трехлетний период чаще всего это происходит. Ну, расчеты происходят. Угу. Мы проводим подобную экспертизу, естественно, уже на основании документов, предоставленных управляющей компанией, и делаем вывод о том, что обоснована или не обоснована ставка платы, исходя из реальных расходов управляющей компании. Угу. Спасибо большое, Ольга Вячеславовна. Я думаю, вам было полезно с нами наша информация, потому что мы стараемся в наших передачах затрагивать более-менее интересные темы, с которыми вы часто обращаетесь к нам, потому что звонков у нас очень много, и я стараюсь выделять более-менее часто задаваемые. Поэтому обращайтесь, пожалуйста, к нам. Желаю вам удачи, и мы постараемся всегда отстоять ваши права и помочь вам в защите ваших прав. Всего доброго, до свидания.